так называемый умный браслет. Он сейчас у меня на руке. Владимир Владимирович, разрешите мне его показать? Пожалуйста. Это уникальная отечественная разработка. Первое устройство в мире, определяющее уровень эмоционального напряжения, а также уровень гидратации через кожу. То есть, по сути, определяет водный баланс. Нужно воду или не нужно. Значит, они сейчас уже начали за рубеж это поставлять. Сейчас, где показатели-то? Значит, кнопка сбоку. Андрей Рымович знает. Можно ли? Значит, ну чем это интересна история? То, что можно объединить все в единый информационный центр, и на производствах опасных, значит, где нужна информация, значит, о физическом состоянии сотрудников, значит, все это будет в единый информационный центр поступать и отслеживаться, и можно таким образом отслеживать физическое состояние персонала. Мы планируем помочь коллегам с внедрением на крупных добывающих и производственных предприятиях на особо опасных участках. Это что такое? Проценты? Что такое процент? Значит, первый процент – это зарядка. Потом... А второй – стоимость. Стоимость услуги. Да, значит, ну там есть функция, вот, которая определяет уровень стресса. Там надо где-то минут 30 подождать, потому что она сразу не покажет. То есть она сканирует. К этому времени сосуды. Как раз заснешь, стресс будет минимальным. Да? Будем ждать? Или вы продолжите? Я продолжу, да. Продолжим. Уважаемые члены Совета, да, с вашего позволения, перехожу ко второму вопросу моей повестки, а именно клубу лидеров. В этом году клуба исполняется 5 лет. Калории, которые потребляются во время обеда. Можно на iPad выводить, ставить на экране, прям график. Ты ешь, например, или пробовал, тоже у тебя на экране начинается. То есть там программа, надо ее закачать. Ешь, и на экране появляется количество калорий, которые ты съешь. Калории, значит, да. Безобразие, надо выбросить их немедленно. Жить невозможно. Извини, продолжай, пожалуйста.